Первое упражнение, которое помогает избавиться от холки. Значит, кладем ручки вот так в замок. И кладем замок на шею. Сейчас я повернусь, вы посмотрите. Вот. То есть вы как будто обняли свою шею. И вы начинаете вот так вот массировать. Массируем, причем нажимаем так хорошо. Ощутимо должно быть. Угу. И массируете вы так, ну, сколько сможете. В идеале 5 минут. Я вам сейчас покажу одно упражнение. Два, которые вы можете делать. Первое упражнение, давайте сделаем. Вы изо всех сил натягиваете плечи к ушам. Натянули. Еще, прям тянем, начинаем растягивать. И еще, никто не бросает. Мы так будем держать минуту. Причем, девочки, мы не просто держим. Это тяжелое упражнение, я знаю. То есть должно быть очень неприятно. А мы их прям тянем к ушам. Максимально прям тянем, растягиваем. Еще выше. Даже если вам кажется, что все, это предел, это не предел. Девочки, плечи нужно так же тянуть, как вы тянете ноги на шпагаты. Поэтому плечи нужно так же растягивать. Еще больше тянем. Никто не бросает. Продолжаем держать. Мы держим минуту. Еще 30 секунд. Очень неприятное упражнение, я знаю. Его никто не любит, но оно очень эффективное. Сейчас там будет улучшаться кровообращение. Вся кровь сейчас поступает туда. И будет самолечение. Так, еще. Держим. Можете покачиваться. Но держим, еще. Накопим максимально кровь в этом месте, еще. Чуть-чуть, держим. И резкий сброс. Раз. И прям почувствуйте, какое облегчение пошло. Можете слегка хлопочками себя вот так вот похлопать. Угу. И еще одно упражнение покажу. Оно больше как не упражнение, а как самомассаж. Угу. Значит, мы берем правую руку и кладем на плечико. И начинаем сильно, мощно его массировать. Массируем и шею, и плечо. Причем не вот так, а прям мощно берем и массируем, прям мощно. Прям должно быть больно, прям прорабатываем всю вот эту вот часть. Угу. Прям вот, сейчас я повернусь. Угу. Прям прорабатываем, прям растягиваем. Угу. Прям до боли, прям не должно быть приятно. Ага, а теперь схватили шкурку и держим. Причем схватили, не просто схватили, а прям как будто вы пытаетесь больно себе сделать, прям соединять. Держим. При этом стараемся расслабиться, расслабляем челюсти, губы, межбровные морщинки. Стараемся расслабиться, напрягаем только руку. Может отдавать в челюсть, может отдавать в голову, это нормально. И теперь рожали и почувствовали облегчение. Угу. Погладили. И то же самое. Давайте сделаем другой. Начинаем массировать мощно. И шею, и плечо. Угу.
должно быть ощутимо, даже может быть больно. Мы активируем всю эту часть. Угу. И зажали шкурку. Да, в челюсть может отдавать, девочки, это нормально. Может и куда угодно отдать. В голову, в челюсть. И держим. Можно прям когтями впиться, чтобы еще больнее было. И при этом мы стараемся расслабиться. Расслабляемся, стараемся дыхание держать спокойным, не ускоряем его, дышим спокойно. Ага, и расслабили. Опять погладили. Угу. Закройте глаза, вернитесь в правильное положение, верните шею, приподнимите подбородок, натяните лопатки и просто посидите, ощутите, закройте глаза. Ощутите, как сейчас ощущает ваша шея, плечи, что изменилось, что поменялось. Угу. Открываем глаза. Всем хорошего дня. До новых встреч. Всем пока.